О, куда нас занесло? Занесло, куда занесло? Да. Красота. Ты смотри, там высотища какая. Да, так, ну что, сначала тогда идем туда, потом сюда. Мы сидим тут. Да. Так, где тут видно, что? Подожди меня. Так, мы только что переждали этот дождь, и мы теперь... Куда мы теперь? В общем, ребята, будете в Боголюбово. Вот здесь очень вкусно кормят. У них там борщ вообще суперский. Так что, если... Вот сели, проехали. Если не знаете, где поесть в Боголюбове, у монастыря вот тут можно поесть. Дождь прошел, лужи кругом. Мы с ним вон по траве пробираемся. У колокольни. А вот и солнце вышло, слышь, сынуля. Говорю, солнце вышло. Вот где мы сейчас? Здание такое красивое. Сейчас не знаю. Я, в общем, не выговорю, что там на табличке написано, но его не видно, это здание, за вот этим зеленым ограждением. Так что... Что? Я пытался прочитать, что там написано. Ну что, тоже, я говорю, у меня тоже язык сломаешь. Ну и как мы тут пойдем? Ну что, давай. Все у тебя получается. Все, пошли мы. Все, мы идем к этому... К этой церквухе. Я понял, куда. Да, понял теперь, да? Когда мама сейчас придет. Ну возьмем. Когда? Лайк, да, ей? Ничего так выглядит. Так, пошли мы на мост. Ты где у меня опять? Я тебя не вижу. Вот так я тебя вижу. Вот здесь красота сегодня. Прямой вторник. Все на работе. Народу никого. А то мы тот раз тут были. Тут вообще прохода не было. Все стоят, толпятся. А сегодня тут классно. И поле, в котором были весной. И надеюсь, тебя слышно. Громче надо говорить. Если ты хочешь говорить, на, будешь ты вести. Так скажем, ведущим видео будешь ты. На. Нет, ну как хочешь. Я смотрю, тут можно шиком доехать до церкви. Вон на той карете с конягой. Но мы пойдем пешком. Так интереснее. Я думаю, на такси и то дешевле будет, чем на этой коняге, если что, доехать. Чисто из этого умысла. У меня такое ощущение, как будто мы с ним чешем в изумрудный город по дорожке из желтого кирпича. Такая дорога, еще идти, идти. И она еще так выглядит, как реальная дорога из желтого кирпича. Ага, после дождя особенно, да? Ну да. Вот здесь по весне все было залито. И вот ребята, дети, они вот здесь вот перевозили... На этой, на лодке, на веслах людей. Сколько тогда, я не помню, они брали? Где-то 100 или 150. Ну, может, что-то 50. Сотка, по-моему, да? От 50 да, до сотка, потому что мы с тобой тогда рассуждали. Если мы сейчас туда, типа, туда-сюда, нам 400 рублей. И мы решили, что дождемся, когда здесь все высохнет. Да, и вот есть. Оно все высохло. Правда, лужи есть, но это... Да это лужа, ты из-за дождя, что-то. Так что пошли, мы уже пошли. Идем в районе моста. Нам еще немного. Да. Прямо вон ее уже видно хорошо. На мосту. Тоже вон. На мосту будет еще один день. Народ вон сзади нас тоже, смотрю, идет. Ну вот мы
на этом берегу реки церковь. Наконец-то я. Первый раз за всю жизнь здесь, хотя живу рядом. Ну а у тебя как впечатление? Нормально? Самое главное, что в дождь мы не попали. Все у нас прошло гладко. Сынок сказал, присели как гопники. Ну ладно, надо вспомнить. Не, красота, красота тут. Это вообще тишина идеальная. Самое главное, то, что сегодня мало народу. Идеальная тишина. Вообще супер. Не люблю я всю эту толкучку просто. С нами иностранцы какие-то ехали. Они сразу пошли сюда. И они, походу, в самый дождь угодили. Они нам сейчас по дороге попались, они все сырые. А мы пока тусили у монашек в Богородском монастыре, в кафешечке, он, как Серега говорит. Все у нас прошло ровно. Все, пошли мы к церкви. А то там сзади нас идет очень много народу, пока мы фотографировались. То есть, чем быстрее мы до тут дойдем, тем меньше будет в кадре массовка. Вот вон фотография этой церкви есть. У меня есть картина. Я тогда покупал одной особе. Но она что-то ее так и не взяла. Круто. В принципе, там особо и снимать-то нечего. Мы сейчас зашли. Там небольшой, вон. Оно видно. Уж не знаю, если вам видно, конечно. То есть снимать там нельзя. Но никто не сказал, что нельзя снимать с улицы туда. Так что. Ладно, пойдем. Идем сейчас. А камера там одна. Я туда зашел, думал, там будет сейчас куча камер и все такое, типа, сейчас меня спалят. А там одна единственная камера. Кстати, небольшой прикол. Так что. Запрещена съемка на камеру, но там стоит камера, которая все снимает. Это типа нам нельзя снимать, а им можно нас, да? Но мы тоже все сняли, что нам надо было. Это логика. Да. Так что было интересно. Ну, здесь такая так. Сейчас пойдем туда, посмотрим, что там. Снова дождь. Сейчас мы посмотрим, что вокруг этой церкви творится. То есть должно тут быть что-то интересное. О, крутые деревья. Так, ну, вот что-то мы нашли. Что? Так, тут вода, проход запрещен. Понятно. Все запрещено. Чё? Откуда упал тут? Из забора вылетел. Ну нормально, что. Там кто-то ее решил бросить. Да. Просто бросили. И полетело оно. Да? Вон та коробка.
Серега говорит, прямо через забор прилетело. Так что спишем это на знак свыше, что нам надо отойти с этого места. Пойдем вон там еще посмотрим, чего, сынок. Или вон там. Давай еще походим. Че в округе, по речке, везде. Я пойду на лавочке. Давай, давай. Ну что, как у тебя впечатление от церкви? Ну как сказать? Ну как есть скажу. Прикольно. Прикольно? Нет, церковь, конечно, шикарна. Сколько лет я просил раньше мать сюда меня ребенком привезти, чисто посмотреть, что здесь. Так вот, очень долго, точнее сказать, очень много лет было не судьба. Вот сейчас только попал. Слушай, а туда тоже видуха шикарная. На Владимир-то, если смотреть. Классно. Во, нам надо вот так сфоткаться еще. Не, я пока просто снимал. В России народ дикий. Вот лежу на ничего. Вот так сейчас. На меня вон те люди, что пошли в церковь, таким взглядом посмотрели. Как будто я здесь жрусь. И козявки так из носа достаю и об стену вытираю. То есть у нас на все смотрят одинаково. Никакой разницы. Там кто-то сзади меня делает заплыв, аж зависть берет. Я бы сейчас тоже с удовольствием тут искупался. Но только вот у меня плавок нет. Вон женщина купается. Да не. Надо, кстати, нам завтра сходить искупаться на малое. А то скоро сентябрь. Ты можешь не купаться, если не хочешь. Я тебя не заставляю. Не, просто это. Я бы вот сейчас сам здесь нырнул. Блин, слушай, у меня вообще была сегодня мысль взять плавки. А? Вот чё я и не воспользовался. Сейчас бы тоже в речке искупался. Ну что, куда теперь пойдем? Ну не знаю, погнали. Монастырь. Да. Понятно. Вот. Да. Сзади меня, если видно, женщину, которая купалась. Каждый спортсменчик в конце августа. Я там тогда спрашивал, вот там, говорю, а чё вы купаетесь-то в холодной воде? На что он мне ответил, ну мы же типа банки качаем, мы же закаляемся. Так что так вот. Смогла. Я знаешь, что думаю? Как бы не попасть вот на эти кучи, а они как раз и есть те самые. Смог прочитать, когда мы шли туда, оказывается, это паломническая служба Боголюбского женского монастыря. Вот что это за здание, а у нас опять начинается дождь. Так, Серега, пошли куда? Смотри, какой маленький.